Байка о том, почему у черного полотенца, которое ело живых людей, один глаз меньше другого. Рассказ читает автор. Один дяденька, поздно вечером вернувшийся со службы домой, захотел поесть пельменей. Пришел на кухню, подошел к холодильнику, достал из морозилки пачку замороженных пельменей, открыл ее, пересчитал. 30 штук. «Этого, пожалуй, хватит на двоих», — сказал он вслух. «Но я живу один, а это значит, что это пища на 2 дня». И как только он это произнес, из коридора тоненьким голоском кто-то озвучил робкую просьбу. «Дяденька, а сварите на меня пельменей, пожалуйста. Я теперь с вами буду жить». От неожиданности дяденька подпрыгнул и присел, а через секунду посмотрел на дверь. В дверях стояла улыбающаяся новенькое черное полотенце, которое ему в тот день выдали на службе, и смотрела на него в ответ. «Уходи прочь!» – заорал перепуганный мужик и бросил в полотенце крепкий замороженный пельмень. Просвистев по кухне, пельмень угодил черному полотенцу прямо в глаз, отчего тот заплыл и уменьшился, а второй на его фоне стал казаться значительно больше. Схватил нож, вилку и полоснул полотенцу, правый бок ножом воткнул вилку в левый. Черное полотенце взвыло от боли и откусило атаковавшему его дяденьке руки. «Пельмени пожалел? Вот видишь, к чему приводит жадность. Теперь твои руки у меня. Зажарю их и съем», — ухмыльнулось полотенце. «Да не боись, сейчас вызову бригаду медиков. Пришьют их тебе взад или назад, это уже сам решишь. Сегодня у тебя есть такая возможность. А руки я пока на ледочек в холодильник на среднюю полку положу, чтоб не приморозило», — сказала потрепанное полотенце покалеченному мужику, перетянула жгутами кровоточащие остатки рук, зашила свою резаную рану, наклеила лейкопластырь на колотую, вызвала 03, протиснулась в форточку и спрыгнула с подоконника в закат, прихватив с собою 1000 рублей. «Это на покупку книги, уроки жонглирования булыжниками», — прокричала, улетая, оно. Вот такой рассказ я написал после того, как стал давать в Петербурге уроки жонглирования булыжниками и написал книгу «Уроки жонглирования булыжниками». Лайк, репост, подписка, если вам понравился рассказ о том, почему у черного полотенца, которое ело живых людей, один глаз меньше другого, по вопросу приобретения авторской копии рукописи, пишите в директ.